Всем привет! Начну сегодняшний выпуск с таких вот интересных птиц. Вообще-то я хотел сделать сюжет об озере Вырлица. Но что-то как-то весна в этом году запаздывает. Ну и, конечно, что обратил внимание, очень много мусора по берегам. Вот так вот люди не берегут то, что у них есть. Вот еще такая вот утка. Ну, весна запаздывает, но птицы чувствуют, что скоро уже наступит настоящая весна. Вот посмотрите, как небо и облака отражаются в воде. Ну, кстати, вот это какие-то интересные птицы. Какой-то, видно, редкий вид. Видите, рыбку какую-то поймали прямо тут на месте. Возможно, тут они и будут делать гнездо. Ну, конечно, уточка черная. Мы же ее забыли. Вот посмотрите на заднем плане, как она влезла в кадр. Да не забыли мы тебя. Поплыла куда-то в камыши. Так, я не понял, это что она тут? Круги специально наматывает. Ну, посмотрите. Тоже на озере. Ну, судя по тому, как ныряет и как долго находится под водой, то есть мне кажется, что это какой-то вид бакланов. Ну, а вот чайки. Те, кто создает здесь больше всего шума. Ну, для птиц здесь приволье. Тут, конечно, немножко солнце и камыши сбивают картинку. И посмотрите, какое количество. Вот какие-то они шумные, какие-то непоседливые. Опять же, какая здесь прозрачная, чистая вода. Так, ну это совсем нечестно. Кто-то начал снимать, так сразу нырнул. Я думаю, что она быстро сейчас вынырнет. Да, вот, что-то поймала, что-то съела. Это видно ее какой-то здесь участок.
Вот еще вблизи берега. Так, ну это уже надолго, поэтому я уже буду заканчивать сегодня свой выпуск.